ребята, всем привет, вы на моем канале, и мы сегодня с моей сестрой Алисой уже собрали рюкзаки. Это было отдельное видео. Прошу, чтобы мне показали. Ой. Сейчас мы уже проверяем все камеру. Сейчас будем ставить на зарядку камеру, пауэрбанки, планшет, еще что? Телефон. Хотел сказать наушники, но мы сегодня купили проводные, потому что у нас беспроводных черных, которые вы, наверное, может быть, видели, куда-то подевался зарядник, мы не можем их зарядить. Вот это вот Алисины такие вот розовенькие, красивенькие. Но если бы были зеленые, я бы зеленые купила, потому что я зеленые буду. Там были желтые. Завтра уже увидимся в 5 или в 6 утра. Ребята, привет. Мы уже сегодня уезжаем в аквапарк. Мы уже проверяем еще раз рюкзаки. В общем, я хотела здесь платье, но мама сказала, что холодно. Поэтому я хотела одеть джинсы, но уже передумала. Поэтому опять одеваю это платье. Дедушка уже приехал. Мы поедем на его машине. Я такая сонная. Хотя я уже умылась. Я ничего не ела, но Алис пила чай. Поэтому сейчас я уже буду одеваться. Этот сомик, он уже тут 5 лет лежит. Это две рыбы. Ой. Смотри, как я вижу. О, звезда. В общем, мы же в аквапарке, нам опять дали браслеты. Мне сейчас бы уже переодеться в купальник. И потом вам снимать, ребятки. Я так рада. Тут вроде сумочки повесили. В общем, заканчивается кабинка. Алис у меня там. Они сейчас будут уже переодеваться. Вышли из аквапарка. Смотрите, мы еще встретили таких рыб. Это уже давнишние. Смотрите. Еще мы вот такой вот магнитик купили.